Меня врачи посадили на таблеточки уже навсегда, как бы. Но меня это немножко пугало, потому что я считала, что я молодая, и я не хочу таблеточек. Когда я приехала сюда, у меня было не только сердце, но немножечко было запущено, потому что семья большая, и так как каждая женщина, она очень много выполняет работ. У меня было запущено и желудочек, и сердцем было, можно так сказать, и суставчики, все, и тело, и одышечка была, все было, букетики были хорошие. Первый раз я уехала сюда отличненько, и на процентов 30 моя жизнь изменилась, но только на процентов 30 с первого раза. У меня изменился вес, физическое состояние, потому что у меня упражнений много, я бегаю каждое утро. До того, как приехала сюда, уже бегаю 5 километров. У меня дочке 33 года, и мне 53. Мы с ней наравне можем побегать, наравне по ступенечкам пробежаться, когда бежим с ней на метро, бывает там. Я попала до врача, и опять меня подсадили на таблеточки. То есть у меня уже было давление. В общем-то, боли не было, но давление с онемением правой стороны ноги и руки. И выписали таблеточки. Говорит врач, все пьют таблеточки, что-то так. Я говорю, нет. Я 2 дня попила и решила приехать сюда. Есть то местечко, где можно таблеточки убрать. И мне уже не надо было никому подсказывать. Я быстренько позвонила, и я бегом сюда. Я очень довольна, что я приехала. Есть то местечко, где можно без таблеточек. Самое главное, еще я вот именно в этом заезде открыла, именно обратить внимание конкретно на жареные, на соленые. Хотя я особо соленые не ела, но я поняла, что давление это жареное. То, что у меня муж повар, и он готовит, любитель такое все вкусненькое, жареное. Но я для себя открыла. А еще самое главное, то, что я приняла решение твердо, что я не буду пить кофе. Она разрушает. Без кофе, вот я прочувствовала себя, что абсолютно можно прожить без кофе сейчас. Абсолютно могу и пробежаться, если бы позволялось мне. Я бы, наверное, уже бежала. И не нужно кофе. Уже как бы нет потребности, потому что это дают продукты, это дают те витамины, что в пище. Для меня удивление на этот раз было очень такое серьезное, когда вправили спину, и болело сильно, боли были. Сейчас давление замечательно вообще. Первые дни, после вправления было, это нормально. Сейчас я радуюсь, вообще замечательно, нормализовалось все, слов мало, чтобы все выразить, то чувство, которое я имею.